Социальные проекты получат государственную поддержку. Сегодня в рамках программы «Рухани Жэнгуру» прошла ярмарка идей. Представленные разработки направлены на развитие мегаполиса, безопасность, улучшение экологической обстановки и предупреждение сейсмоопасных ситуаций. Воплощать в жизнь эти проекты начнут со следующего года. Сейчас вот на площадке ярмарки можно найти потенциального социального партнера. Мы предлагаем идею основной ярмарки социальных идей и проектов, чтобы данные проекты были реализованы в социальном партнерстве всех секторов экономики или институтов гражданского общества, неправительственной организации, бизнес-структуры и государственной структуры.